Мы приняли решение зачитать премьер-министру Медведеву от грузоперевозчиков, короче, обращение в ответ на вашу дезинформацию на выступление в Государственной Думе 19 апреля 2017 года от 480 бастующих дальнобойщиков по всей стране, которые не платят налогов и являются серыми перевозчиками. Хотим вам заявить о том, что только в КЧР здесь собралось более 100 водителей, предпринимателей официально зарегистрированных в налоговой инспекции. И это лишь малая часть от всех водителей-предпринимателей, участвующих в стачке по городу Черкесску. Мы знаем, что только в нашем городе не выходит на работу более 500 машин, поддерживающие наши требования об отмене системы «Платон». Правительство выбрало тактику замалчивания и информационную блокаду наших требований, рассчитывает на затягивание и в конечном итоге на наше примирение с новыми поборами. Карманные депутаты Государственной Думы в спешном порядке принимают поправки в административном кодексе об ответственности за любые выступления, митинги и автопробеги, тем самым развязывая руки силовым структурам, которые всеми методами, физически, психологическими, препятствуют нам донести до жителей нашей страны истинные проблемы о состоянии отрасли грузоперевозок. И в то же время принимают другую поправку в пользу олигархов, попавшие под санкции Евросоюза, освободив их от уплаты налогов. Сегодня нас заставляют платить за государственные дороги, построенные нашими отцами. Подскажите нам, кто не платит налоги и перекрасился в серый цвет, на основании чего сделаны такие лживые выводы по отношению к водителям дальнобойщиков? Здесь не один десяток человек, никто на работу не выходит, никто никакими грузоперевозками не занимается. Ни телевидение, ни радио. Мы звонили, просили, чтобы предоставили нам немножко эфира. Сказали, что указания сверху, вообще у нас нету забастовки. Если у нас нету забастовки, это что такое? Вот это в округе. Обращаюсь к тем, кто думает, что дальнобойщики сильно богатые люди. Ребята, у меня есть МАЗ 98 года. Если есть желающие за рулем поездить, прекрасно я его отдам. Пускай поездит год, 10 лет. Кто разбогатеть хочет, покажи наши машины олигархам. Покажи карачаево-черкесских олигархов. Платон – это последняя капля того, что могло произойти. Расходные материалы – это топливо, масло, запчасти. Они растут и со страшной силой растут. А заработки, вот говорят, мы подгоняем под Запад. Стандарты Запада берем себе на вооружение. Начните с того, что достаток людей поднимите на этот уровень, а потом поднимайте все остальное. А у нас заработки туда, а расходы все сюда. Говорят, там средние зарплаты, 40-30 тысяч. Но их нету в реале. Проблемы у нас у всех одни. Даже они касаются не только нас, перевозчиков. Сама экономика российская, она в упадке. Я хочу обратиться к нашим вождям. Просто займитесь делом. Поднимайте экономику. На плечах простого народа она не выдержит.